Всем привет! Хочу поделиться с вами продуктами за 2013 год, которые мне полюбились, очень понравились и с которыми я расставаться не хочу. И если вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной. В первую очередь хочу поговорить об уходе за волосами. Шампуни я пробовала за этот год много, какие-то меня впечатлили, какие-то наоборот, разочаровали. Но в последнее время мне очень-очень понравилась вот такая вот парочка от Faberlic. Это Bio Arctic, это шампунь и бальзам-кондиционер для жирных и нормальных волос с экстрактом клюквы-кудесницы. Там есть и с другими экстрактами, но вот именно с клюквой-кудесницей мне понравился больше всего. Шампунь такая жемчужного цвета, структура кремовая. Очень мне нравится по своим свойствам, как они справляются, хорошо вымывает волосы. Бальзам хорошо справляется с тем, что волосы абсолютно не путаются, не электризуются, хорошо расчесываются даже на мокрые волосы. И очень-очень, в общем, мне понравилось. Причем серия эта бюджетная, и я думаю, каждый может ее попробовать. Что касается защиты волос. До недавнего времени я пользовалась от Faberlic из серии про волосы термозащиты. В магазине я увидела вот такую вот термозащиту. Она бифазная, ее нужно так стряхнуть, все смешать и прыскать. Почему я хочу отметить именно эту термозащиту? Потому что она меня больше устроила по своим свойствам. Тот был в виде крема, и как-то все равно и руки вот это пачкаешь, а тут просто попшикал, абсолютно никак не утяжеляет волосы, не слипает их. Очень хорошая, и я думаю все-таки, что она помогает, она защищает волосы, потому что волосы у меня, ну, они у меня в принципе от природы мягкие, но как-то жестче они у меня не становятся. А также моими любимчиками для волос и однозначно теми продуктами, которые я буду покупать постоянно, стали вот такое вот кокосовое масло от Спивак. Оно нерафинированное, и масло репейное. На данный момент оно у меня идет с хмелем. Я пробовала и другие масла репейные. Использую я эти масла в маске для волос, для укрепления, для того, чтобы волосы были мягкие и красивые, чтобы они блестели и радовали глаз. Теперь, наверное, перейду к продуктам для ухода за лицом. Начну сначала с очищения. Очень мне понравился вот такой вот Бельди. Это также от мыловаренной компании Спивак. Абсолютно натуральный продукт, никаких там парабенов и всего такого не содержит, чисто натуральные составляющие. У меня данная Бельди 6 трав, у меня есть еще ягодная, о нем я расскажу в своих покупках от компании Спивак, которые ждут своей очереди. Эти Бельди, они просто до скрипа очищают кожу от всяких загрязнений, стягивают поры. Очень-очень нравится. Конечно, ароматы не аховые, ничего вкусного такого, но Бельди ягодная еще как-то ничего. Но вот 6 трав нужно пользоваться только с холодильника, тогда аромат как-то так не сшибает. Что же касается глубокого очищения, то здесь я выделю вот такую вот трехступенчатую систему от Faberlic. Это идет гель с ахакислотами и микродермабразин энзимный пилинг. У меня здесь только шаг А и шаг Б. Шаг С я не покупала, так как не вижу в этом нужды. Очень мне нравится именно для глубокого очищения. Использовать нужно желательно зимой. Для кожи до 30 вроде нужно использовать один, либо максимум 2 раза в неделю. Я использую 1 раз в неделю, провожу такую глубокую чистку. Эта система хорошо справляется с тем, чтобы убирать какие-то постакне и различные ороговевшие частички кожи, которые нам не нужны и создают лишь лишние морщины.
Очень нравится, советую. Правда, цена не дешевая, но я думаю, что можно попробовать, потому что очень экономичный продукт. Покупала я весной и до сих пор ими пользуюсь. Для снятия макияжа хочу выделить вот такую вот лореалевскую мицеллярную воду. Купила я ее довольно недавно, такими водичками я не пользовалась, потому что теми, которыми я пользовалась, они мне не нравились, они мне щипали глаза и какую-то пленку оставляли, поэтому я это дело забросила и пользуюсь какими-то умывашками для снятия макияжа. Вот эта же водичка абсолютно никак глаза не щипит, хорошо снимает макияж, очень-очень она мне понравилась. И также упомяну ее в своих покупках за зиму. Также после очищения лица хочу отметить вот такие вот два продукта. Это очищающий тоник от Faberlic Verbena. Он хорошо очищает кожу, в принципе, увлажняет ее, не оставляет никакой липкости и, на мой взгляд, очень приятный аромат. Также хочу отметить вот такой вот гидролат. Это на данный момент у меня цветочная вода жасмина от Спивак. Очень нравится, хорошее действие на кожу, хорошо очищает, сужает поры. Прям так стягивает кожу лица, но это длится не так уж и долго, потому что мы все равно пользуемся после очищения кремом. Ну и в конце всех процедур, естественно, идет уход за лицом. Здесь я хочу выделить вот такую вот воздушную маску для лица от Faberlic из серии Premium и еще крем. Тоже из этой серии, но на данный момент у меня его нет. Я выложу фотографию, чтобы вы увидели, какой именно крем. Очень нравится по свойствам. Маска делает кожу просто фарфоровой. Действительно, как и заявлено, тон лица очень хорошо выравнивает. Хорошее действие. Также и у крема. Никакую там липкость не оставляет. Хорошо впитывается. Очень-очень мне понравилось. Что касается ухода за телом, то здесь я, наверное, выделю вот такое вот молочко от Ифравше. Это идет с оливками. Здесь 400 мл, большой объем. Уже у меня не первая баночка. Очень-очень мне нравится и по аромату, и по свойствам. Хорошо кожу увлажняет, немножко питает. Очень нравится мне. И более такое питательное, это будет массажная плитка от Спивак. Она у меня идет с маслом какао, ши и нерафинированным кокосовым. Выглядит вот таким вот образом. Ей я уже активно пользуюсь. Также расскажу о ней поподробнее в своих покупках от компании Спивак. Очень нравится и по аромату, и по действию, хорошо питает кожу. Конечно, жирность остается, но ненадолго. Если посмотреть по гелям и по ванным принадлежностям также, то я, наверное, выделю вот такие вот два геля также. Это Faberlic и Ифраше. От Faberlic это знойный Маракеш. Здесь идет он с пряным имбирем и сладким миндалем. Очень вкусный аромат, восточный такой, теплый, зимний, очень нравится. И от Ифраше идет, уже я тоже его показывала, это кремовый гель с кофе. Очень его люблю, тоже уже не первая упаковочка, просто обожаю. И буду заказывать и заказывать еще. А также из вкусняшек для ванны я выделю вот такой вот органик шоп, это скраб. Не именно этот, не именно скраб с вот этим вот ароматом, а вообще, в принципе, скрабы от Organic Shop мне очень-очень нравятся. Они хорошо кожу увлажняют, как-то питают ее, параллельно они ее очищают. Очень мне нравится. И уже это не первая моя баночка вкусняшки такой. Буду ее покупать тоже снова и снова. Очень-очень мне понравилось. Итак, на этом видео по уходовой части продуктов, которые мне полюбились в 2013 году, я закончу. Следующая часть будет
про декоративную косметику, она будет небольшая, потому что крашусь я в жизни не очень много. Итак, надеюсь, видео мое было вам интересно. Всем до новых встреч. Пока-пока!